Приветствую вас. Ситуация, конечно, неприятная, безусловно. Ситуация, конечно, вообще немного странная в плане искренности молодого человека по отношению к вам. Вот. Потому что если он любит вас, если вы так долго шли к тому, чтобы быть вместе, и вот сейчас, когда уже по сути дела осталось вообще всего ничего до совместного проживания, значит, мужчина дает задний ход. И, знаете, вот мнение со стороны такое, что сам испугался. Понимаете? То есть просто элементарно понимает сам, что уже как бы пора, уже как бы нужно жить вместе, но испугался. Испугался и, в общем-то, решил, что не справится, решил, что не сможет, решил, что, ну, в общем, что это слишком сложно для него, ну, вот. И, в общем, благополучно так нашел повод, чтобы с вами расстаться. Вот. Потому что, ну, уж слишком все наиграно, знаете, вот, ну, слишком все наиграно, слишком все это очень похоже на спланированное заранее что-то. Вот. Я не знаю, насколько он эгоист или не эгоист, потому что, ну, это нельзя об этом судить, вот. Исходя из того, что вы написали, вот. Но то, что нерешительный вы, и то, что нерешительным может быть он, это вполне себе возможно, вот. И как были нерешительны вы, как боялись вы, как вот, ну, не боялись, опасались вы, вот. Так, я думаю, что и он тоже, в общем-то, он тоже боится, тоже опасается, тем более, что он молодой, и тем более, что он такой вот добрый, как вы говорите, да, добрый, мягкий и так далее. Вот. Значит, это первый момент, первый момент, это именно такой, что он мог испугаться. Момент второй. Иногда часто бывает так, что люди к чему-то очень долго идут, а под конец, когда чувствуют, что вот уже рядом то, к чему, собственно, они стремились, да, человек может просто-напросто подсознательно испытывать такое опустошение, что вот сейчас я добьюсь того, к чему так долго шел, да, и больше ничего не останется у меня, понимаете, вот. И чем я буду жить дальше?
А так мужчина будет по-прежнему думать о том, да, что вот вы могли бы жить вместе, вот вы могли бы жить вместе, у вас было бы все хорошо, но вот из-за, там, не знаю, например, вас, вы так и не смогли. То есть это останется такой, знаете, мечтой. Тем более, что у вас все так здорово и хорошо получилось, да, то есть вы его ждали, значит, вы его ждали, да, и вот дождались, и он вас дождался, вся вот эта вот история, вот, и в итоге все равно это останется мечтой навсегда для него. Если человек добрый, значит, ну, такой эмоциональный, то эмоции для него имеют большое значение. Конечно, может быть и такая история, что мужчина вас попросту проверяет. То есть вот он решил вас проверить. То есть как вот вы себя поведете, если он даст задний ход. Как вы, быстро ли вы от него отвернетесь или нет. Но даже если и так, то все это на самом деле мужчину, ну, совсем, в общем, не красит, да, то есть такое поведение, оно абсолютно не, ну, не является хорошим для мужчин, для мужчины, понимаете, вот. И, соответственно, вам решать, будете ли вы играть в его игру или нет. Что касается дня рождения, я, пожалуй, солидарен здесь буду со своими коллегами, если скажу, что поздравить его действительно нужно. Молодого человека именно поздравить, потому что так вы проявите вежливость, взрослость, вот, и у него будет меньше поводов вас упрекать в чем-либо, вот, ну а что-то делать, что-то ему дарить и идти к нему, конечно, не стоит, потому что мужчина может воспринять вас довольно негативно, и вам будет самой очень обидно из-за этого. Совершенно очевидно, что мужчина переживает какой-то кризис. И этот кризис нужно дать ему прожить самостоятельно, да? То есть, либо человек пройдет этот кризис, либо он его не пройдет, и по итогу вы, например, ну, все-таки вместе не будете. Да, то есть нужно вам вот этот момент обязательно постараться для себя принять. То есть, ну, как бы сделать его возможным для себя. Да, вот. Вот так вот я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Ведите себя максимально по-взрослому в этой ситуации, не навязывайтесь, будьте готовы с ним поговорить, вот, ну и дайте ему время, ну немного, немного, безусловно, дабы не вредить себе. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.